Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня состоялся розыгрыш лотереи Powerball. К сожалению, никто из моих подписчиков не выиграл. Вот. Буквально, час назад в интернете появилась информация, что объявился счастливчик, который выиграл вот эту чудовищную сумму. То ли 1,5, то ли 1,8 миллиарда долларов. Там сейчас уточняется эта сумма. Ну, естественно, будет фанфары пафосные. Вот. Имя счастливчика Эрик Брэк. Он скейтбордист-экстремал. Уже успел публиковать в соцсети свой выигрышный билет. Ну и сейчас, я думаю, интернет наполнится различного рода информацией про него. Вот. Наверняка сейчас все СМИ ломанутся брать у него интервью. Сейчас у нас в Америке 2 часа ночи, так что, думаю, с утра его дома уже... Да хотя, какой с утра? При такой сумме денег, я думаю, сейчас репортеры берут штурмом его дом или пытаются его отловить. Но чувак, если не дурак, наверное, куда-нибудь рванул в кабак. Вот я так думаю. Вообще, забавный товарищ, судя по фотографии, весьма неформальный. Вот. Ну, хочется пожелать ему удачи и счастья. И главное, правильно с деньгами распорядиться и не сойти с арест и остаться человеком. Вот. У многих людей шальные деньги в мозг вырывают с корнем. Вот. Ну, а для зрителей своего канала, я, наверное, думаю, что выйду на днях с интересным видео. На самом деле, лотерея Powerball может оказаться для многих жителей России и стран СНГ такой палочкой-выручалочкой, которая поможет все-таки уехать в Америку. Смотрите, ДВ лотерей проводится один раз в год. Лотерея Powerball проводится 96 раз в год. Вот. Даже если будете покупать один билетик по 2 доллара, это порядка, по-моему, 198, что ли, долларов. Ну, надо посчитать, короче, на калькуляторе, так на скидку примерно прикинул, или 196 долларов, вот. Это если вот участвовать в каждом тираже и за 2 доллара покупать билетик. Ну, а шанс, конечно, больше, чем в ДВ лотере выиграть вот эту сумму денег, ну, а дальше оформить какую-нибудь нормальную визу, или инвестора, или или Е5, если вы попадаете в ту страну. В общем, короче, широта возможностей, если у вас есть финансовый инструмент, гораздо больше становится. Вот. Об этом сниму особое видео. Вот. Так что, ребят, всем вам удачи и хорошего дня.